Что делать при утрате права пользования жилым помещением? Очень часто ситуация, при которой супруги развелись, и за одним из бывших супругов осталось право собственности жилым помещением. Имеют ли другие члены семьи право на эту собственность? К сожалению, в соответствии с жилищным кодексом, статьей 31, право собственности утрачивается в момент расторжения брака. И ни ребенок несовершеннолетний, ни бывшая супруга не имеют права на пользование жилым помещением.